Так. Что у нас тут по сборке? А. Навыки улучшения идут. Стрелок улучшается. Мне, кстати, надо еще пулемет один поставить. Я хотел пулемет один поставить. Так. Пулеметик. Так. Конечно, может быть, сзади где-нибудь его поставил бы. Ага, энергии не хватает. Три единицы энергии расход. Три. Две. Две единицы, да? А этот? Так. Тогда вместо вот этого его убираем. Так, убрать деталь. Отменить, удалить все детали. Все не надо. Камеры, камера вниз. Убрать деталь. Поставим пулемет. Вот этот. Да ладно, все равно не хватает. Так, хорошо, удалим вот это. А теперь странно, странно, странно. Так, давай попробуем тогда удалить все детали. Или нет? По максимуму попробуем все убрать. Так, теперь попробуем пулемет поставить. Так, сюда. Все равно, ну, все равно я два поставил, уже хорошо. Так. Вот сюда. Теперь. Решетка. Так, она что делает? Прочность 7 единиц. Может, лучше вот эту штуку поставить сюда. Так. Турбинку, движок. Сюда.
Так, его надо защитить какой-нибудь штукенцы. Сейчас посмотрим, что есть у нас. Вот, типа такой. Так, камера. А деталь нельзя разворачивать? О, можно. Фига, круто. Ой! Так, еще раз эту деталь. Так. Во. Так, камера. Выставить машину по центру, установить, снять детали. Ну и все. Мне вот интересно, как узнать, что еще можно на нее поставить. Ну-ка еще что-нибудь попробуем поставить. Раму. Куда ее можно поставить? Раму никуда не поставить. Так, защиту надо бы поставить. Нет, блин, плохо. Ладно, так, что за бочка? Ага, бочка. Куда ее поставить надо куда-то? Оп, еще колесо поставил. Давай с другой стороны поставим. Так. Сейчас. Это вот уберем. Фактически впритык стоит. Во. А, с каждой установкой снижает мощность кабины. Тогда нафиг. Лучше мы защиту тогда какую-нибудь. Эту штуку теперь можно поставить. Так, вот здесь вот. Во. Так, решетку. Решетку пока не будем. Костыль левый. Костыль правый. Борт минивэна, да? Так, поставим сзади как бы защиту.
Или нет, вот так вот. Так, крыло сюда. И крыло. Так, а я там как поставил это крыло? Ага, понял. Так вот. Так. Крыло сюда. Не получится. Не. Ладно. Так, подножка. Подножку не будем ставить. О, бампер. Что, нельзя поставить? А если его вот так? Нет, не так. А бампер. Так. Не, не канает. Фиксим с этим бампером. А, чё? Так, защищает бампер, наносит повышенное повреждение при столкновении. Урон такой, а здесь его. Так, он не поворачивается никак. Так, я не могу прям вот сюда вот. Нет. Так. Ну вообще. Фару еще одна. А что она дает? Фара это. Повышает, получаем после боя репутацию. Давай поставим еще одну. Сюда, туда. Так, уголок. Сюда. Уголок. Сюда. Так, 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 чё ещё? Окно фургона. С этой стороны. Вообще прям.
Чё, попробуй, мне, блин, интересно, конечно, тачка получилась. Так, немножко не так кривовато установил. Так. Край, край, край. Сюда. Чего увеличение размера машины будет доступно на 7 уровне? Понял. Так, все, ладно. Такая вот тачка, короче. Так, собери чертеж. Рабочая лошадка. Это на потом. Так. Так, 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 выиграй 2 боя в миссиях. Погнали. Так, 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 мы с... где мы, где мы, где мы? Синий или красный? Мы синий. Как ты вон там? Ты колесе, что, стрелять не могу? Блин, давайте. Блин, поставил вот эту вот хрень. Неправильно установил, блин. Короче, мы проигрываем. Блин, я один остался. Вы чё, ребята? Защищаем! Защищаем базу, мужики! Блин, я неправильно установил это, надо... Пушка у меня не стреляет. Вот эту вот хрень уберем. Я, наверное, надо было где-нибудь снизу. Нет, ладно. Так. Вот это уберем. Вот это уберем. Мы его поставим вот сюда. Во. Так.
вот эту берем, поставим вот впереди. Так, а здесь защиту сзади сделаем. Так. Что там, какая еще защита-то есть? Во. Во-во-во. То, что нам нужно. Я бы, конечно, еще бы один сверху прям поставил. Нельзя сверху. Понял, больше нельзя. Так. Так. Еще одну деталь. Вот справа я нашел. 36 деталей установлены из 37. Еще одну деталь. Давай-ка бампер вот. Только, наверное, надо было его снизу, наверное. Так, а если так, где крыло? Ладно, пойдет так. Чё, попробуем? Так, нейтральный бой, уничтожить всех врагов до истечения времени. Чёртовы уроды! Еще пожалеют, что сюда сунулись! Так, вижу плохих ребят. Так. Отлично. Блин, сзади стреляет, е-мое. Да, у них лучше тачка. О, один на один остались. Блин, у меня пушек нету, да ладно, охереть. Тараном иди. Да, ничего не остается. Всё. Капец. У нас серьезные потери. Отступаем. Давай еще раз.
Так, вон они едут. Погнали! Я нарвался сам. Ну, мы выиграли.